Ситуация по поводу разворота плечевого корпуса, стой фронтально, по поводу разворота плечевого корпуса. Вот он, это просто наглядное пособие, я сейчас сделаю, не он, а я, смотрите, по поводу разворота спины, момент. Посмотрите и оцените, ну, даже вот так руки повесь, на меня смотри, все, посмотрите. Как он, нормально ударил? Ну, хорошо. Ну, посмотри, что-то. Длинный же удар. А? Плечо же встало. Что, смотри, пятка развернута. Все, кулак левый здесь. А? Во как, ну, смотри, все. Все же хорошо, правильно? Ты, ну, ты же говорил? Вот. Вот теперь смотрите. Я остался на том же расстоянии. Смотри дальше. Это даже без пятки, без бедра. Насколько длиннее? Ровно. Только первое движение я сделал. Я просто повернулся. Если душно в воздухе, то вот это вот нормуль вентилятор. Даже тебя не порвет. Вот я отворачиваюсь, получается, от него. А при этом действии плечевого корпуса, вот это движение туда, ваша масса за счет плечей переходит. У меня вопрос был, как бы я его неправильно сформулировал, имел в виду, когда я хочу акцентировать правую, да, если я бью левую и заворачиваю плечо для правого. Вот то, что ты сейчас сделал, как раз я то, что тебе только что сказал. Посмотри. Если ты убираешь это плечо специально, это значит, ты вот здесь забрал определенную массу. Смотри. Я опять не достал. Я сейчас опять даже в боевой стойке с пяткой, с ногой, с бедром. Я опять взял и левым плечом сделал движение. Чуть-чуть я левым сделал плечо движение. Уже правое плечо мое что сделало? Мое правое плечо не вот этим движением пошло, уже отсюда. Оно вот сюда, вот до фронтального положения, оно поднимается, переворачиваясь. Придя во фронтальное положение, оно начинает делать движение вниз. Отдав чуть-чуть плечом левым назад, я сделал вот это движение. Я просто стал разворачиваться. И здесь уже крути ты плечо, вкручивай плечо, неважно. Твоя инерция пошла в другое место. У тебя не перенаправилась твоя масса в горизонтально поступательную. У тебя левое плечо развернется, может уйти назад, естественно. Когда? Тогда, когда пятка, бедро, все. Оно чуть-чуть уйдет, естественно, за счет того, что у тебя правое бьет. У тебя вся масса на правой ноге. Ты выталкиваешь себя. И, конечно же, ты вперед делаешь движение. Что невозможно, если еще назад не сделать. Не надо плечо делать это назад. Оно уйдет назад вследствие твоего удара. Естественно, ты же видишь, у меня правое вперед идет. Но каким образом оно идет? Оно за счет вкручивания плеча, переворачивания, переваливания туда. Это левое плечо, это же вот, ну, левое, правое плечо, это же одна система. Правильно? Я фронтально стою, сейчас у меня левое, видишь, плечо не ушло никуда. Но когда я становлюсь в боевую стойку, у меня же одно впереди, другое сзади. И по-хорошему, на самом деле, у тебя левое плечо уходит назад на сколько? На самом-то деле. Оно становится в фронтальное положение. Если оно ушло дальше твоей пятки, получается. Если оно ушло дальше пятки, значит, ты потянулся. Оно туда ушло, посмотри, потому что я перевернулся, потому что я вывернул, выкрутил туда правое плечо. И тогда моя правое, левое плечо упало в пятку, на уровне пятки. По факту, вот, это фронтальная стойка. Просто плечо упало. Вот это показатель того. А правое плечо ударное, если я опущу, оно будет накрывать носок левой ноги.
Если мое плечо левое при ударе справа за пяткой, я уже где-то и потянулся. У меня голова как-то, я потерял себя. Я? То есть что? Это значит, что я, в данном случае, правым прямым плечом, вот его так не видно, посмотри в зеркало, Колямба, спасибо, посмотрите. Я чуть-чуть сделал вот это движение, вот этот разворот. Оп, и начинаю вкручивать плечо. Хочу длиннее, меня будут раскрывать. Плечо отсюда, вот до фронтального положения. Плечо и кулак, посмотрите, идет одновременно. Но кулак идет за счет плеча. Вы же себя выталкиваете. И потом уже трицепс усиливает движение, да, плеча, инерция. У меня что здесь ширина плеч, что здесь. А если ты левое плечо назад? Так вот, вот это упражнение, которое вы делаете, это на самом деле не я его придумал, а этот, были где? А, Яновский Вячеслав Евгеньевич. Да, у него посмотрел. Да, немножко модифицировал. Но не вверх вот сюда, еще раз вы повторяете, сделаете. Вы этим движением, этим упражнением показываете. От обратно идем, кулак выкручиваем вверх. Имея эту группировку по касательной, выпрямляю ножку, падают локоточки, вкручиваюсь, кулаки внутри моего плеча, груди находятся. Побежал. И обратно оно падает. Не надо вверх, будете раскрываться, вниз. Чуть-чуть вот сюда. Это естественное положение для кулака. Вот так я могу. Мы показываем плечу, как плечо работает. Что оно выкручивается, не тянется. Хорошо? Локти вниз падают, кулаки положение вот это. Не вот это, не вот это. Параллельно. Хорошо? Еще раз. Приготовьте. А? Стоя. Да, побежали. Еще раз. Одноименная рука-нога. Главное, вот эти плечики опустили. Таз под себя убрать. Приготовились еще раз. Одноименная рука-нога на передней части носков ноги. Время. Бежать, 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 бежать. Ну, стопы параллельно поставь, пожалуйста. Стопы параллельно поставь. Ножки уже. Нет, 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 нет. Вот ты этой одноименная рука-нога. То есть правый встал, правый ударил. Ну, да, 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 да. Выкручивай, выкручивай кулачок. Вот как будто у кулака ножки есть, он сам побежал, выкручивай его. Открой рот, открой, дыши свободно. Таз назад, назад, таз. Дай, 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 дай. Вот твой кулак, посмотри. Во! Вот ты его не поднял и вкрутил, уже там не получится. Вот, сразу перевернул его. Ты его сразу, вот ты перевернул. У тебя, смотри, вторая половина сразу падает. Таз назад, пожалуйста. Давай, 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 давай. Прям кулак выкручивай. Да, 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 таз назад. Вот, вот, ниже руки падают. Падают руки ниже, 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 ниже. Да, кулаки к бороде падают, это локоть падает вот сюда. Посмотри, ты вот чуть-чуть ручки вот так поставь, все, ты не можешь уже делать. Вот они. Смотри, ну, согнись чуть, вот. Вот, параллельно висят руки. Давай, 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 давай. Рашид, назад, назад таз, пожалуйста. Вверх, выше гантели, выше, уже руки. Выкручивай, выкручивай, выкручивай прям, выкрути мне. Уже локти, Колямба, попу назад. Поднимай, просто беги на ножку, беги, вот, поднимай ноги, поднимай, поднимай ножки, вот короткое движение. Просто побеги на ногах, просто, без ударов, побеги на ногах. Поднимай коленки, поднимай, поднимай. Во, вот так, вот так, а вот теперь бей. Во, во, молодец. Поднимай ножки, поднимай, 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 та-та-та. Локти уже. Не смотри вверх, смотри перед собой. Выкидывается кулак. Кулак, хорошо сейчас было, пускай. Кулак по бороде тебе ударить должен. Локти перед собой. 20 секунд осталось. 15. Поднимай коленки, Колямба. Вот, на носочках ноги Рашид. Локти уже. Таз назад, пожалуйста. Подними голову, Рашид.
Не наклоняй, шею не тяни. 5 секунд прибавили. Открой рот, дыши. Кидай кулаки. Время. Молодцы.